тратить время жизни тяжелой. И вдруг мы с удивлением узнаем, что отражение было шуткой злой, проткнуло, что своим нас острием. Я приглашаю на эту сцену бортовую Анастасию. Встречаем, ребята! Школьные каникулы уже не за горами,
И чем детишек вам занять, решают папы с мамами. Как от компьютера отвлечь? Побегали, чтоб и поиграли. Решение есть. Пейнтбольный клуб наш снайпер. Вы их поиграть к нам приводите. Все снаряжение в комплекте есть для каждого. Бронежилет нательный, форма, маски. Ведь сами помним, как играли мы войнушки. Такому отдыху детишки будут рады.